А тут два уже пришло. А их не вижу. И Вольт. А, Вольт. Мамочки родные. Вот он, вот он. Кабанистый, блядь. Мамочки. Тоже они страшно хрюкают. Вот иди отсюда. Иди отсюда. А куда он идет? Ой, мамочки, с ума сойти! Пиздец, ведро. Грибы! Давай! А грибы? Грибы вот я повесила на ветку. Мама! Ну, вот, ну, вот, ну, стая опять пришла. Они за Вольтом пришли-то. Они а его... вот маленькие рыженькие. Вся стадо сюда пришло. Мама, они сейчас сожрут нас тут. Да нас-то не сожрут. Они прыгать не умеют. Фу, пошли отсюда! Мама. Снимай, снимай. Снимаю. Ален, посмотрел мам, кабанов? Все тихо говорит. Мамочки. Кабани его не задрали. С ума сойти. Ля, они еще играют друг с другом. Женьке позвонить, он их разгонит. Не надо, не надо. Сиди, сейчас уйдут. Сейчас они уйдут, и мы уходим. Ага, если Вольт сделал, он отсюда не уйдет от нас. Нет, а... Да уйдут. Да уйдут они сейчас, уйдут. Что думаешь, они... Все, поросенок. Между собой. А. Успокойтесь, все нормально, сейчас уйдут. Сейчас они уйдут туда и уходим через речку. Ага, я тут теперь не слезу. Опять идет, глянь. А это мы разговариваем, они нас увидали. Нас снялись? Ага, дед привел вас. А вот вон бегает. Вот он сейчас, я говорю, сюда придет. Вон он этот кабан-то здоровый, вон он, да, секач. Вот он, смотри, с рылом с каким. А, ну Вольт к нам нахуй. Да, да. Он вон за ним. Давай правда Женьке позвоню, а? Да не надо, он не дал. Я потому что отсюда не спущусь, Тимоша, понимаешь? Да сейчас, подожди. Да успокойся ты, сиди. Ой, держи. Вот она вернулась, сейчас они уйдут. Ну, хватит плакать. Ну, вы что, правда? Сидите на дереве, успокойтесь.